Тата, всем, кто смотрит данное видео вместе с вами. С вами Пумба, игрой Клан Зимона, Пумба и Налу, что мог продал. Там не особо чего мог продал. Дальше продал. Монет ни хрена тоже больше не стало. Че, куда нам надо? Куда? Ну ладно, погнали. А, я и так добегу. Нет, я не добегу. Мне просто лень. Давай, погнали. Погнали. Теперь куда-то туда. Конь. Давай, прыгай. Ты где вообще? Здорово. Тут моча, что ли? Ты не думал, что тут нас кто-нибудь найдет? Нет? Тебе пофигу. О, погоди. Собачий патруль. Она прям реально поломана стала. Ты прикинь, я поломал. Пришел ведьмак, все сломал. Пиздец, все ломаю. Ладно, давай, здорово. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Более чем. Да, давай. Погнали. Конечно, а, не на ту. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Так это ж далеко. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет. Я еду в Каэр Морхен. А, даже так? Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. В плане? Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы. Спрятать наши тропинки. Понятно. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Не знаю. Может быть. И, возможно, не один. Блять, ты пиздец, ты... Слышишь? Он где-то рядом. Может, блядь, заснул. Пойдем, здороваемся. Погоди. Возьми-ка. Чё это такое? Поесть? Чё? Арбалет. Я варик тебе, что ли? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Нихера ты кочевый в карты играешь. Я тоже. Карты? Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Ну ладно. Не хочу я с грифоном этим драться, еще и королевство. А, он какой-то шустрый. Ебать, он вообще. Он прыгает. Он машет. Вау! Что происходит? Не упускай его! Чё надо? Арбалет. А так я ж выбрал. А чё надо? Слышь? Так, ладно, понятно. Конина, ты где? Я понял. Я думал, не болтом его надо. Да, блядь, прыгай. Да иди-ка ты... А-а-а!
Плотва, ты что творишь? У него кровь! Скоро ослабеет! Плотва, иди отсюда нахер! Слышь, ты пикунов, блин! Воу! Хорош! Не-не-не! Ничего ты мне не сделаешь. Блин, ладно, сделал. Ну что, паскуда? Не-не-не. Не, в смысле он попал? Чё? Всё, убили мы его? Алло, я собрать хочу. Погоди! Ты нормально, тебе в конец-то? Неплохо. Ты к... Алло, ты... Но еще есть над чем поработать. Например? Удар сверху, из восьмой позиции. Слишком предсказуемый. В смысле? Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Слышите, алло. Увидимся в корчме. Ты кому это сейчас сказал, что я что-то не то делаю? Ты Ведьмаку сказал, мне, Геральт. Что происходит? А, типа, подобрать. А, я бошку буду отпиливать. Это выглядит маньячески. Он еще с таким довольным лицом это делает. И сейчас, смотрите, не запачкается кровью. Я вам отвечаю. Конечно. Бошку же, блин, режу. Вообще, кровью не пачкается. Погнали. Иди нахер. Далеко тут какая-то. Шевелись, плотва. Давай, погнали. Четко. А, вон они там. Ну, не так далеко. Ебать. А у топ тут нормально живут, они даже никого не трогают. Не будь безрассудным. Кто там? Не успеешь ничего сделать. Там сундук типа показывается. Нихера себе новость. Не падай. Тихо. Геральт на воздухе нормально стоит. В смысле, у тебя ничего нет? Ты ничего, нищебродский какой-то. О, сундук. Нырнули. Ну. Это чего? В смысле, ключ? Какой еще ключ? Вы чё, с дуба пали? Какой еще нахуй ключ? А я могу типа... Не знаю, я могу, допустим, использовать арт. А, я типа не могу использовать. Я типа, ну ладно. Допустим. А, о, слышь, вот это нормально. Погоди. Так, блядь. Ныряй. Блядь, ныряй. О, нормально. Сундучок нашли. Где моя конина? Алло, а вон где? Иди сюда. Все, отвень. Пошла. Да иди ты в жопу. Теперь помедленнее. Так, погоди, тут есть чего еще рядом, может?
Какие-то места тут, не знаю, место силы тут вот. Бля, ты прикинь? Вот это да, нет, это я заберу. Меня не устраивает, когда какое-то чудовище. Бля, то есть ты серьезно? А, тут, ну, понятно. Ладно, давайте так. А че, утопся? Ну и хер. Я убежал. Там опасное чудовище. Исключительно опасное чудовище. А, это типа вы, волки. По голяк вам. Ой. А, это варки? А я убил его? Нихера вы исключительно опасное чудовище. Ну как вам? Слушай, ты исключительно опасное чудовище. В смысле, я по тебе попал? Я думал, тут реально что-то жесткое. А я их позрывал, короче, и нормально. Слиток стали? А, во. Ну ладно, тогда нормально еще. Конине, кану вообще тут плохо. О, еще что-то. Ну, кану тут реально плохо. Блин. Там типа эти в воде говнюки или что? Ну, да, по-любому в воде. Ладно, погнали дальше. Опасное чудовище горит. Убирай меч. Я еще не тем мечом дрался. Здорово. Говорят, женщины севера моются раз в три месяца. О, голова грифона. О-хо! Нихера я что заметил только сейчас? Ярглоир. Иди-ка ты нахер, блядь. Вы видали, какая там башка? Там башище, блядь. Что происходит? Че, зерна не хватает? Что это такое, вашу мать? Жито. Че? Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Тихо. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Че, повесишь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Воу! Нет! Нет! Ради богов! А, типа ты напугал и все? Чего? Ты охерел? Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ха. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Ха-ха, четкое место. Говори, зачем пришел? Мазать тебе в морду, блин. Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? Сейчас скажет, ой, я не верю, приведи коня. В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы грифона. Ты мне, я тебе. Да, иди в жопу. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Давай. Так. Некоторые диалоги требуют быстрого ответа. Выбирайте реплику, пока не времени истекло. Конечно, взять деньги. У такого человека я возьму деньги. Даже думать не буду. О, бляха-муха, прикинь. Сражение, а мужики жизнь отдают. Ай. Они где-то реально его бьют. Где бьют-то?
Да, блядь! Я не понимаю. Они куда его убили? Мать, мне не поверят. А, нет. Бля, они где-то его херачили, короче, я все просрал. А, вот тут. Хватит! Хватит уже! Короче, если я попробую украсть его. Женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Да. А, тут больше ничего не взять, да? А, и все? Типа, я реально могу или нет? Или мне же просто везет? А, и типа, я там вот, вот это собрать не могу, как обычно. А, не, вот. А вот это почему не могу собрать? Ну, подо мной где-то. Ладно, хер с ним. Типа, я не смог подобрать. Ладно, допустим, давай поговорим. Я стой, говорю. Кто-нибудь объяснит, что ты тут делаешь? Иди-ка ты нахер. Пошел ты в жопу. Я делаю, что хочу и где хочу. Я уже ведьмак. Типа, если я сейчас попробую взять, то меня... Давайте я сохранюсь на всякий случай. Так, сохранились. Просто я попробую взять и что будет. Это еще что? Ого, спокойно. Я, блядь, между... А, может, тут, кстати, ночью никого не будет. Серьезно, может, тут ночью реально никого не будет, и поэтому можно будет... Иди ты нахер! Я тут украсть хочу все. Я так не уйду. У вас до хера чего красть? А мужики жизнь отдают. Блять. Как же сложно тут попасть в эти проемы. Особенно с чутьем, если эти понимать. Тут ничего нету, как бы. Ну и тут. А, стоп, а тут. Ну да, тут ничего нет. Ну тогда неинтересно. Ладно, погнали отсюда. Болты какие-то. Блин, я забрать-то ничего не могу. Просто слепится. Стой! Чё стой? Ну? Иди нахер. Стой. Ладно, допустим. Ну, блин. Воу, нифига! Как можно было? Увидали? Как я это сделал? Настоящий ведьмак. Да, это я. Мать, мне не поверю. А! Латва, не так быстро. Так, давай тогда по местам хорошим. Проедемся тут, посмотрим, что за места. Так, неизведанное место. Это вот туда надо, в обратную сторону. Там что-то есть. Давайте изведывать его. Вперед, Платон. Давайте теперь мы перед тем, как идти дальше по зданию, мы светим это... Ты что делаешь? Это что сейчас было? Так, Платон, иди нафиг, я поплыл. Ой, я плавать не могу, я теперь вообще, блин, просто... Я и плаваю, и не плаваю. Так, где? Да, все правильно. Блин, как четко плыву. Ебаха, блядь. Есть утопцы, что ли?
Ой, иди-ка ты нахер. Нихера они кочевые. Я понял. Ладно, я понял. То есть, блять, а утопцы-то в воде, они, блять, сильные. То есть надо быстро сюда доплывать, а потом херачить отсюда. Ну, давайте еще раз попробуем. Не знаю, получится, хорошо, не получится, нехорошо. Сейчас, прикиньте, в воде сохранилось. А может такое. Да кого же доказать история с профессором Мора, Ведьмак, все. Ты куда? Плюнул сейчас. Много работы нас тут ждет. Очень много. Погнали, короче. Стой! Иди в жопу. Я стрить как умею. Нет. Стри. Воу! Да иди в жопу. Ты слышала, бригаде? Так, у нас все скончается. Окей. Поэтому мы не бежим быстро, не бежим, просто сохраняемся. Попробуем сейчас, короче, быстро доплыть, подобрать и обратно плыть. Просто, блин, Ведьмак, давай. Быстрее. Короче, реально эти говнюки тут. Нахер. Давай, 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 давай. Геральт, херачим. Быстрее, на воде нам нет равных. Уходим. Уходим от них. А что они меня пустят? А что вам надо? Все, откопались. Ух, бля. Все понятно. Военные трофеи. Мы забрали их. О, это было жесть. Давайте на этом закончим. Блять, будем продавать как раз деньги, копить. В общем, всем хорошего, до новых встреч. Напоминаю, с вами Пумба, игрок канал Пумба, всем хорошего, до новых встреч. Изучаем дальше карту. Пока.